нарушающие установленный порядок организации и проведение массового мероприятия, а также подстрекать к таким действиям такими методами. Участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Нарушение закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь влекут наложение штрафа или административный арест. Граждане, соблюдайте требования законодательства. Участников указанных мероприятий или других лиц, либо скрывать свои лица под масками, использовать флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также эмблемы, символы, плакаты и транспорации и проведение в Республике Беларусь собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий устанавливает закон о массовых мероприятиях. При проведении массовых мероприятий его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов, проводимых